Немо, когда-то Локомотив громил сегодняшнего соперника 15-0. Сегодня игра получилась очень тяжелая. С чем это связано? Ну, это связано с тем, что, наверное, за 4 года они поменяли очень много игроков, наверное. Эту игру не играл, но знаю, что там в этой игре Поличенко забил 3, Ндоя 5 голов. Ну, вот, 4 года позже они стали сильнее просто. Ничья в этом матче – повод задуматься или рабочий момент? Ну, я думаю, что мы готовы. Конечно, на товарищеской игре тяжело мотивироваться. Уже последняя игра там чемпионата закончится 11 декабря. Но я думаю, мы готовы на Ниццу и на чемпионат. Я думаю, что не нужно очень много переживать, но есть какие моменты и надо исправить. Впервые с начала сборов в перерыве не было сделано ни одной замены. Это значит, все уже готовы к официальным матчам? Ну, 90 минут – это доказательство, что можем играть 90 минут на высоком интенситете. Да? Я думаю, что игроки готовы. А до матча с Ниццей осталось меньше недели. Что еще нужно поправить или подкорректировать? Ну, нужно поправить еще в действии обороны, чтобы было больше компактней. Сегодня видели, что забили 2 красивых гола, и действия атаки, я думаю, просто не нужно больше добавить ничего. Они там впереди очень хорошо играют. Просто действия обороны надо каждый игрок больше мотивации, я думаю, просто и больше концентрации. Я думаю, это сегодня произошло из-за того, что концентрации не было достаточно.